Всем привет, дорогие друзья! Я тут записал песню Рэдклиффа на аудиоспектакль «Алиса. Приют». Ну, что-то мы не определились, то ли он приют, то ли он колыбель там чего-то. Ну ладно, это еще есть время. Тягомотная такая песня получилась. Но она вроде как отражает характер персонажа, поэтому нормально, что она такая тягомотная, такая нудная получилась таким вот голосом. Там почему-то я решил, что такой должен быть голос у него. Не знаю почему. Наверное, потому что почитал описание по этому персонажу. Подумал, что это должен быть такой тяжелый, медленный голос. Сделал его максимально низко, как могу. Ну, так как я могу, вот больше не могу. Каждый мечту он особый, но статистика незрима. Скажет душу и природу, описать возможно в цифрах. С детства я любил порядок, видел связь в любом явлении. Цифр, формул, мир мне сладок, всем на свете правят деньги. Вот, ну записал песенку, послушал, показал ребятам. Ну, вроде все нормально. Будем продолжать. Бэк-вокал еще напишу. А вчера я еще бочку вывел в отдельную дорожку с рабочим и немножечко посводил их с басом. Короче, на бочку и на бас еще и больше так низа навалил, что мне казалось маловато. Ну, это особенности плагинов, в которых я работаю. Хотел вот сейчас рассказать, думаю, надо рассказывать, нет? Просто у меня плагин, который барабаны я использую, он же там все барабаны вместе, и если я какую-то применяю обработку к этим барабанам, оно же сразу на все действует. А мне вот нужно отдельно бочку, допустим. Вот мне приходится ее отдельно сохранять. Кто в теме? Расскажите, кто как пользуется, кто чем пользуется. Вы расскажите, как вы делаете. Вот. Так что процесс идет. Всем хорошего настроения. Счастливо.